Hello, dear friends. Today we will consider constructions want to, would like to, and would prefer to. Все мы знаем конструкцию want to. I want to. Я хочу что-то. Я хочу что-то сделать. А теперь познакомимся с would like to and would prefer to. You have to do this exercise, but before this, I will explain you how to use want to, would like to, and would prefer to constructions. Вам нужно будет выполнить это упражнение, но перед этим я вам объясню, как использовать конструкции. Мы сейчас сразу рассмотрим утвердительную форму positive and negative, отрицательную форму. I want to go to the library. Я хочу пойти в библиотеку. I want to. I want – это у нас present simple form, просто обычная форма. I want to. I love to. И так далее. Отрицательная форма. I don't want to go to the post office. Здесь будет don't want to, потому что это present simple, а present simple, отрицательная форма, у нас образуется при помощи don't, либо doesn't. В этом случае будет don't, потому что I don't want to go, потому что это первое лицо. Третье лицо. He. He, she, it. Мы знаем то, что к третьему лицу в present simple добавляется окончание s, и получается he wants to go there. Он хочет туда пойти. Отрицательная форма. He doesn't want to do it. Он не хочет этого делать. Отрицательная форма образуется при помощи do, don't, doesn't, я сказала, да? И к нему добавляется уже глагол в первой форме. Просто want. Мы добавили doesn't, потому что у нас he – это третье лицо. Он не хочет этого делать. He doesn't want to do it. Теперь рассмотрим would like. Would like вообще переводится как «мне бы хотелось». Если want переводится как прям строго «я хочу это сделать», то есть «я уверен 100%». А would like to – это уже когда «мне бы хотелось увидеть что-то» или «мне бы хотелось увидеть замок». Он кому-то говорит, может, гиду, и он не уверен, то, что он точно его туда поведет или не поведет. Would like to во всех трех лицах уже одинаково склоняется. Получается, I would like to, you would like to, и как здесь, she would like to see the castle. Castle – это замок. Отрицательная форма очень легко образуется, поэтому будет к would, просто добавляем not, и like to. И получается, she wouldn't like to wait at the bus station. Ей бы не хотелось ждать на остановке. То есть would like to – это та форма, при которой ты выражаешь то, чего ты хочешь, но в более вежливой форме. Теперь рассмотрим would prefer to. Переводится как «я бы предпочел». То есть, например, если вам кто-то что-то предлагает, например, пойти в кино, да, и вы говорите, а вы не хотите в кино, вы любите, может быть, театр, допустим, и вы говорите I would prefer to go to the theater. Вы не хотите это в грубой форме говорить, и вы вежливо отказываете своему собеседнику. Смотрим пример из таблицы. We would prefer to fly to the capital. Мы бы предпочли полететь в столицу. You wouldn't prefer to live in this block. Ты бы не предпочел здесь жить, в этом блоке квартир. Would, к нему добавляем not, и получается отрицательная форма. You wouldn't prefer. Также образуются остальные все лица. I wouldn't prefer, you wouldn't prefer, she wouldn't prefer, he wouldn't prefer, we wouldn't prefer, and they wouldn't prefer. Теперь вам нужно ответить на эти вопросы, используя ту же форму, которая используется в вопросе. Например, Do you want to visit the capital?
Хочешь ли ты поехать в столицу? Ответ у вас будет Yes, I want to visit. Либо No, I don't want to visit the capital. И также отвечайте на остальные вопросы. А теперь рассмотрим довольно легкую конструкцию. Enough – достаточно переводится. И not enough – недостаточно. В этом упражнении вам будут даны предложения. И вам нужно будет подставить, где нужно enough. Например, в этом первом примере. My cousin wants to buy some new sunglasses, but she hasn't got money. Моя кузина хочет купить новые очки, но у нее нет денег. Чтобы не говорить так категорично, нужно заменить на недостаточно денег. Поэтому получится My cousin wants to buy some new sunglasses, but she hasn't got enough money. У нее недостаточно денег. Точно так же выполняйте остальные упражнения. Теперь я поставлю вам аудио, и по данному аудио вам нужно будет подставить эти слова в предложение. Listen and check. One. Would you like to go to the new shopping center? I'm sorry, I can't. I haven't got enough money. Two. Do you want to play football after school? I'd prefer to ride my bike. I don't like ball sports. Ваше домашнее задание – просклонять каждое выражение, каждую конструкцию want to, would like to и would prefer to со своими примерами. Например, I want to go to the cinema. И you want to, she wants to, he wants to, and it wants to. Также they want to, you want to, and we want to. Просто просклонять, как мы обычно делаем.